calla! Молчи, старуха! Нифига себе, какая я тебя старуха! Сам уже землей пахнешь! Ты мажешь? Кого я вижу? Осман собственной персоной! Осман! Что, за тобой немцы гонятся? Ты почему как партизан прячешься, а? Хуже, папа, хуже! В смысле? От внука прячусь. Не поняла. Если я сейчас в город не поеду, родители не привезу, чтобы этого садиста забрали. Он меня в гроб загонит, папа. Неужели все так плохо? Слушай, ты когда-нибудь слышал, этот какой-то террорист есть, Бен Ладен? Что, конечно, слышала. Все ищут его. Ну? Не надо искать его. В смысле? Этот Бен Ладен у меня дома сидит. СРРЦ, а неужели все так плохо? И Бен Ладен, и Пиночет, и Гитлер, и Жириновска, все вместе. СРРЦ, неужели такое бывает? Слушай, он еще на каком-то языке разговаривает. Клянусь, папа, понять не могу. Как? На русский не похож. На черкесском вообще тоже не похож. А ну. Слушай, ты давно в городе живешь, а? Может, ты разберешься, папа? Сейчас он мне говорит, когда я выхожу, он мне говорит: «Слышишь, морщиниста?» Ну, так называет меня. «Я немного покемаля, а ты, когда корова со сходняк придет, меня разбуди». Что это? Это я знаю! Когда корова с пастбища вернуться, говорит, разбуди. Это вот это. А корова на тусовка идет, что такое? Ничего не понимаю, достал уже. Я сегодня своему внуку говорю утром. Папа, говорю, вынеси, пожалуйста, мусор. Он мне, знаешь, что сказал? Что? Ты что, старая, у тебя крыша поехала. Когда он мне так сказал, я думала, в ауле у меня своего дома крышу сняли, продали. Приехала в аул, дом на месте, крыша на месте, клянусь, не понимаю. Как раз этот крыша поехал, я знаю, что а значит. Это... Ну, это имел в виду он. Ты что, говорит, гонишь? Клянусь, я его не гнала, спокойно попросила мусор вынести. Ну, гнала в смысле не гнала, гнала. А, да. Алло, ты не поймешь. Слушай, мой тоже вообще страшно, ничего не понимаю. Недавно попросил его. Ага. Когда говорю, принеси водичка. Ну. Он мне говорит: «Ты что, козел?» Сервис, я так и сказал. Мне, говорит, лень за водой идти, я скупаю пью, говорит, я для тебя пойду. О, Валау, сын, вот ты молодец. Ну, правда, потом пошел. Идет, ну как идет, а? Ой, ноет вот так, вот оладик идет. Может быть, он блин говорил? Если блин. Какая разница, оладик для умных? Ленивый. Ленивый, кстати. Недавно я его ударил. Да ты что? Ну, чуть-чуть. По голове. Чем? Молотком. Он меня разозлил, гад. Ну. Знаешь, что сделал? В туалете, который я бумагу газет положил, горчицей намазал. Хулиган какой. Ну, я его вот так по голове ударил. Он мне говорит: «Еще раз, говорит, меня ударишь, говорит, старый козел, я тебя порву, как тузик, говорит». А, сэр, я так и сказал. Так сказал. Когда он так сказал, я испугался, тузика у соседей привязал. Собачку жалко. Я, ты старый дурак, он имел в виду не собаку, а тебя. Я что, тузик, что ли? А я не знаю. Кстати, Осман, как твоя погоняла? Ну, кличка твоя какая? Внук как тебя называет? Мальчик как называет? Ну? Морщинистый. Козел. Чмо. Чухан. Много гоняло. У тебя тоже гоняло есть? Конечно есть. Какой? Что запомнила, скажу. Одна каркуша. Одна жованка.
покемон, покемон. А это кто? Это в телевизор вот с таким ртом сидите. Пугает детей там. А какой кошмар. Я своего внука недавно тоже шлепнула. Да? И он не знает, что сказал? Кто? Еще раз тронешь, старая, я тебя на понятие посажу, сказал. Клянусь, так и сказал. Папа, мой тоже мне сказал, да это понятие посадить. Да ты что? Это, наверное, что-то острое. Что, что, конечно, я тоже. Он как это сказал, я вот здесь в штанах крышка от кастрюли лежу. Правильно. Шесть боюсь меня, он. Правильно, правильно. Я после этого тоже, перед тем, как садиться, сначала по сторонам смотрю. Надо осторожным быть. Осторожно, плёхтося, заплёхтося. Надо осторожным быть. Я сама иногда не догоняю, что они говорят мне. Кого? Вот их не догоняю. А ты молодый у них, вот ты что догонишь? Ты тоже не понял, не догнал я. Я не догнал. А, не догнал. Вот я, ты что, хватит перепрыгну через тебя. Опять не догнал я. Ассара Руцха, пула урсын посмотри. Что? Лучше б я умерла бы, чем вот это увидеть, пула урсын. Что? Вот посмотри, девочки стоят и курят. Что? Какой кошмар, да вот за сараем посмотри. Ты почему его куришь? Что сказал? Хочу курю, говорит. Ты почему куришь, говорю его? Что говорит? Винстон говорит, курю. А кто это? Это, наверное, тот он такой, сигарета. Ты бы спрашивал, что ли? Хаммершибер. Хоть ты о чем вы думаешь? Ой, дрем от них, ай. Вон оттуда. Я тебе... Что я сказал? Хавальник, закрой, говорит. А что это? Рот закрой, говорит. Я думал, у меня магазин открылся. Я тебя, Хавальник, сделаю сейчас. Вы что мысли ты? Что говорит? Ты что, алкаш не всосал, Хавальник, закрой, говорит. Я не всосал. Кого ты всосал, говоришь? Кого ты всосал, говоришь? Почему всосал, говорит мне? Успокойся. Успокойся, я сейчас с ними поговорю. Кого всосал? Иди. Успокойся, Осман. Я знаю, как с ними разговаривать. Смотри и запоминай. Папа, осторожнее, камень кинут. Папа, осторожнее. Успокойся. Я сейчас их успокою. Смотри и запоминай. Ты сильно не наезжай на меня. Эй, прошмандовки! А ну-ка изобразите сквозняк. О, что ты сказала? Что ты сказала? Да я тебя сейчас покоцаю. Что? А ну-ка залепила дула. Сушите пинцеты, а то протяните кеды. Фокус, жира лохматая. Убежали? Конечно, убежали. Папа, а что ты им это сейчас сказала? Вот это последний, фоку. Мой внук за один день, да, 15 раз фоку, землю плачу. Сырарыцхага не говорит. Право, фоку. Это что? Ну, как я тебе скажу, сырарыцхага? Ну, ладно. Что? Сам фоку. Фоку-ку-ку. Успокойся. Ты посмотри же, это он мне так говорит. Вот так и говорит. Как и молодежь. Папа прячется. Надюш, посмотрите, а что случилось? Торчок идет. Это что за имя такое странное? Это не имя, это гоняло. А чего такой скрюченный? Пожарит. Чем это? Ой. Не знаю, болезнь какой-то странный. Какой? Это ломка. Поломался, наверное. Наверное. Бедный каждый раз себе укол делает. Укол тоже не помогает, хуже становится. Да ты что? Как укол сделает, меня гоняет, говорит, козел на игла посажу. Ассарарыцхага. Ну да, это как?
Один на палату сажает, другой на игла сажает пирогон. Что, я вечно с кастрюлей это буду ходить? Вот сейчас моего внука разбудит и до утра будет гулять. Е, успокойся, из-за этого не нервничай. Сейчас вся молодежь до утра гуляет. Мой внук до утра погуляет, утром придет. Я у него спрашиваю: Пота, где ты был до утра? А он мне говорит: а, с селками гуляли. Вот так вот. А? С селками они гуляют до утра. Коров гоняют. Почему как коров? А они что, бички, что ли? Она... Ты, папа, я понял. Это, наверное, которые скот воруют ночью. Ты старый дурак. Телками они называют своих девчонок. Вообще, бля. Как можно женщину телкой назвать, а? Женщина – это мать. Что? Это сестра. Это жена. Соседка. Слушай, хотя мою соседку можно коровой назвать. Мою тоже можно назвать. А вот это чей сын, вон, худющий такой идет, высокий. Штахбаум, что ли? Что? Это Нух. Да ты что, он так вырос, что ли? Он вырос, мозги не выросли. Да ты что? Вон опять этот магнитофон к нам тащит. Не могу каждого, чем прыгался, не могу слушать это я. Какую музыку они слушают? Мустя, пустя, чака, чака, разве это музыка? Слушай, вот это какая-то песня они сейчас слушают. Вот это. Ты целуй меня везде. Какой-то это что она имеет в виду, а? Разные пятки надо целовать тоже, а? Я лишь не знаю. Это что, песня разве? А какие песни мы пели раньше? Вот это же. Орленку, орленку, взлетели выше в солнцу. Что? Вот эта песня. Вот эта песня. А сейчас, а как они танцуют? Папа, как они танцуют, я видел. Да ты что, где ты мог видеть? Вот это, когда я вчера 300-тека проходил, я решил посмотреть, как они танцуют. Там дырка нашел, туда вот так посмотрел. Клянусь, папа, которые все на 300-теке были, я думал, током ударило. Как танцуют? Ой, Каш, а как мы танцевали? Мы красиво танцевали. А как мы танцевали красиво. В молодости? А ну иди сюда, вспомним. Давай. Сюда, давай. А как мы танцевали в молодости? Между нами... Иди сюда, я, что ты там? Между нами человек мог бы пройти, вот так вот. Эй, человек, хамас мог проехать между нами. А сейчас как танцуют? Как танцуют? Вот так вот. Осман! Успокойся! Папа! Есть еще пара проходить? Успокойся! А как сейчас танцуют? А ну! Папа, хочешь покажу? А ну, рискни! Rido sintetico, chemico unico. Rido sintetico, chemico unico. Rido sintetico, chemico unico. Rido sintetico. Видеть. Больше не
это я уже давно потерял. Ой, Сарарит, автобус, пока я твои запчасти собирал, автобус проехал. Ну и хорошо. Что теперь мне два часа опять сидеть здесь? Ну, давай оставайся у меня. В смысле? Ну, как говорит мой внук, пол-литра возьмем и оттянемся. Что, Осман, не поняла, ты меня снимаешь, что ли? Папа, меня от тебя колбасит. Эх, как ты бросишь, камень расколется, он говорил. Ладно. Ну, а внук, пусть твои эти... А внука кто заберет, если я останусь вдруг? Слушай, да его родители не могут с ним сидеть, а? Его родители работают круглосуточно. Это где? В шопе. А, клизма делает. Почему клизма? А что там еще надо делать? Дурак ты, не жаж в шопе, значит, в магазине по-новому. Теперь магазин так называется? Да. Тогда у нас в Ауде самый большой шоп. Ну что, остаешься? Олег, не знаю. Ну, можно и остаться, я же тебе говорю. Но перед тем, как уйти, ты не хочешь ничего нашей молодежи сказать? Что? Ну, она уж у нас и неплохая совсем. А кто сказал, что плохая? Никому не дам так не позволю сказать, что у нас молодежь плохая. Ну, правда, ну, молодежь сейчас другие песни слушает. Другие танцы танцуют. Но она у нас... Клёвая молодёжь. Клёвая молодёжь. Да. Пусть танцуют, что хотят. Пусть поют, что хотят. Но главное, пусть не забывают, откуда они. Что? Старших пусть уважают. Младших не обижают. Меня козлом не называют. А в общем, у нас клёвая молодёжь. Клёвая молодёжь. Ну что, поторчим? Пойдём? Пойдём, Осман. Уговорил. Давай. Пошли. Поднимай, Артур.